Ну, здравствуйте, друзья. Телерадиоканал «Страна ФМ» вас искренне приветствует. Меня зовут Александра Хайрулина. И этот час отныне будет называться только так, а не иначе. «Лучшее в стране». И люди, соответственно, которые в это время будут появляться в нашей студии, они являются, бесспорно, лучшими из лучших в нашей стране или стремящиеся к таковым. Но гость, который уже в нашей студии, конечно, лучший из лучших. Для многих вообще просто единственный и один на всю страну. Александр Панайотов. Саша. Здравствуйте, все слушатели, зрители «Страна ФМ». Саша, здравствуйте, большое спасибо, что пригласили. Большая-большая честь. Саш, ну, тебе искренне спасибо, конечно, за то, что пришел, и, во-первых, за то, что ты делаешь, потому что твой потрясающий клип «Чувствует тебя». Ты сказать, что украшение нашего эфира — это ничего не сказать. Благодарю. Это каждый раз вновь и вновь переживание невероятного количества чувств и эмоций. И я могу сказать тоже, что по количеству заказов в наших программах по заявкам именно твой клип и твоя песня лидируют. Спасибо. Но большое. Если сначала ты был только «Чувствовать себя», то сейчас уже, в общем, конкурирует другой клип и песня. Зачем тебе я? Ну, мы обо всем поговорим, конечно, с тобой подробно, и об этом клипе тоже есть что спросить. Но для начала я хочу у тебя узнать вот что. Саш, твое появление, твое возвращение на сцену, все знают, там, триумфальнейшее совершенно выступление в «Голосе», участие, фактически победа, да, в этом. И потом концерты, сольные программы, участие в концертах Григория Лепса. Как ты на сегодняшний день назовешь этап в своей жизни, вот? Если можно каким-то, не знаю. До становления уже, наверное, нельзя сказать. Ты уже давно-давно устал. Ну, справедливость восторжествовала. Что я могу сказать? Нет, на самом деле, просто стоило, видимо, пройти эти все круги ада и все эти этапы, скажем так, становления, чтобы сейчас вот добиться того, что имею. Это, правда, большой труд, и не сломаться, не сойти с этого пути, это очень так закаляет, я могу сказать. Потому что... Не каждый может выдержать тот прессинг, эту нагрузку эмоциональную, которая может выпасть при там, каком-то этапе забвения или каком-то еще каком-то сложном этапе судьбы. Поэтому... Но, пожалуй, этап забвения это, наверное, сложнее пережить, чем потом подъем и взлет. Ну, безусловно, вот же конечно, самый, потому что артист болезненный. Должен все равно стоять на сцене, это его законное место, и лично я без сцены, я физически я могу, там, я погибаю, мне не сложно, а у меня были такие даже не месяцы, а годы, когда... Я всегда как бы... У меня была работа, но были такие моменты, когда ее не было, и когда я чувствовал, что есть некая там невостребованность или там не в той мере, в какой бы я хотел. И, конечно, это было очень сложно эмоционально, но это все в прошлом, я надеюсь. Но ты верил, Саш, всегда скажи? Всегда. Или были моменты отчаяния? Никогда. Или ты знал, что просто придет свое время? Конечно. Пробьет нужный час? Да, и до сих пор, когда меня спрашивают там люди, находящиеся в такой же ситуации, и там в каком-то отчаянии спрашиваю, ну как вот вообще, как быть? Я говорю, всему свое время. Я это понял уже после, когда все произошло. Потому, видимо, реально нужно, чтобы было прошло какое-то время, и оно пришло, и нужно главное дождаться. И ты еще не раз говорил, что это время послужило для тебя глубоким переменам внутри, они произошли в тебя, да? Абсолютно. И творчески ты, конечно, развивался, занимался, но и внутри что-то произошло. Конечно. Как тебе кажется, какое главное качество в тебе появилось? Смирение. Мне кажется, да. Мне кажется, вот это самое главное. Потому что бы ни происходило в жизни, да, надо принимать достойно. Нужно принимать достойно. И нужно всегда быть готовым держать удар, потому что они сплошь и рядом, эти удары, тем более в шоу-бизнесе. Это, ну, нужно просто реально быть к этому готовым. Конечно, на чеку нужно быть все да. время. Ты сегодня сотрудничаешь с Григорием Лепсом. Да. Конечно, все это знают, все это слышат сразу, да. изменения. Ты, как ты тоже говорил, что вот Григорий-то как раз очень сильно повлиял на тебя, изменил твое отношение к музыке. Он тебя научил, как правильно выбирать песни, какие песни нужно петь, потому что ты уже всегда пел, уже много лет всем известен. У тебя свои фанаты не бросали тебя, которые, в общем-то, нет. на протяжении всего да. твоего пути... Что за секрет он тебе открыл? Вот какая должна быть песня? Ближе к народу, ближе к массам? Да, у нас были долгие беседы, в которых Григорий раскрыл мне глаза на некоторые вещи. И я, честно говоря, всегда, в принципе, знал об этом. Но я все равно думал, что... Ну, ты принципиально как-то, наверное, да, не хотел вот идти в угоду. Да, я думал, что все равно нужно гнуть свою линию, и пусть это будет как бы малая часть аудитории, но она будет своя, которая будет любить именно твою музыку. Но это все равно такая легкая форма эгоизма. Понимаете? То есть, с другой стороны, я же прекрасно понимал, что я артист, и артист гибкий, как пластилин. Я могу петь все, что угодно, правда. Я уже это понял. Уже давным-давно, и любую песню, которую мне... Я
Правда, блестяще с ней справляюсь, как мне кажется. Ну и как многим кажется. Правда, правда. И, конечно, я безумно рад, что вот, вот все не просто так, на самом деле. Эта встреча с Григорием, она более чем для меня судьбоносная встреча, потому что я, во-первых, очень рад, что мы наконец-то схлестнулись с ним. И он, конечно, колоссального масштаба. И человек, и музыкант. У вас какая-то взаимная любовь просто. Я его обожаю. Так, он просто отец родной. Я не могу... Я, правда, влюблен в этого человека. Я влюблен в его философию, в его позицию. И очень дорожу этим союзом. Саш, ну вот как он сформулировал, какая должна быть песня? Песню должны петь люди. Говорит, вот твои песни, они тяжелые. Ну, в караоке не каждый сможет это там, да, достать твои ноты, исполнить ту гармонию, которую ты пишешь. Я, конечно, отчасти с ним согласен. Хотя песня «Непобедима», она вот у меня, моя, которая была написана до проекта «Голос», да, она, в принципе, ну, она и более доступнее по восприятию. В итоге вам, в общем, удалось найти какую-то альтернативу, сойтись на чем-то, да? Да, да. Я очень рад, что... Ну, конечно, Григорий очень хитро поступает иногда. Он мне иногда подсовывает те песни, которые... Ну, вот он мне дает, например, дал «Чувствовать тебя», я с ней согласился. Сразу, да? Сомнений не было никаких? Потом он говорит, ну, давай вот эту попробуй. А там, например... «Ласковый май» какой-нибудь, знаешь, вот такой. Юра Шатунов, формата просто, ну, который вообще уже никак. Я говорю, Григорий, пожалуйста, только не это. Не сейчас, может быть, потом как-нибудь. Но и все равно, вот есть некоторые песни, которые я все равно, скрипя зубами, скулами, я не знаю, всем своим нутром записывал, дабы... Истина же рождается в споре, понимаете? Да. И дабы, чтобы он тоже не глупый человек. Он, естественно, понимает, он слышит, что по сравнению, там, например, с «Чувствовать тебя», вот эта песня, которую сейчас, она проигрывает, да. И так он сам тоже формирует видение мое вообще в пространстве. Я-то уже его давно сформировал. Мне главное ему дать понять, что это мое, это не мое. И вот таким методом проб и ошибок мы вот находим эту золотую середину. Ну, уже можно смело сказать, конечно, это суперудачный мегатандем, и только все в ожидании, что будет дальше, какие дальше будут работать. О, дальше будет очень круто. Друзья, дальше-то мы обязательно продолжим общение с Александром Панайотовым. Обязательно оставайтесь с нами, прервемся совсем ненадолго. Телерадиоканал «Страна FM». Один на всю страну. И Александр Панайотов, друзья, у нас с вами один на всю страну. Может, это и хорошо, если бы два, мы бы уже как выдержали такого напора. Я даже себе не могу представить. Саш, еще несколько вопросиков касательных твоих взаимоотношений с Григорием Лепсом. У нас были здесь в студии артисты, которые так или иначе сотрудничали с Григорием или продолжают сотрудничать. И, в общем-то, в основном они всегда говорят, что Григорий, ну, если уж не скуп на похвалу, то как-то так очень сдержан. В твоем случае, по-моему, все абсолютно обстоит не так. Даже где-то, если у него спрашивают журналисты, там, в каких-то интервью, он всегда сразу же, ну, такая хвалебная ода в твой адрес. А когда вы наедине, когда работа кипит, он что-то реально сказать, что вот это вообще просто бомба? Конечно, во-первых, ну, конечно, в 99% он всегда меня хвалит. Хвалит. Иногда, когда вот при записи песни что-то ему не нравится, одна строчка, как я спел там. Или а как... он присутствует при записи? Нет, он потом уже слушает, приходит. И, конечно, он мне говорит, что вот здесь, конечно, там нужно было по-другому, там, залиговать, там, допустим, ноту, или что-то там сделать, там, как-то по-другому опеть ее. И мне приходится, конечно, перепевать там. Хотя я, вот, в принципе, ну... Пою, как могу, и не могу ничего сказать. Но ему, и он более опытный человек, конечно, и он более профессиональный в чем-то, и, конечно, он, у него свое видение, я тут не препятствую, особо как бы... Ну, какие его слова для тебя вот были такие показателем, действительно, что ему понравилось? Очень. Он всегда, вот когда мы часто даем с ним совместные концерты, я там принимаю участие в его концертах периодически, вот на саундчеке. Саундчек — это как бы репетиция перед концертом, кто не знает. Она бывает там утром или днем, когда только проснулись, и я всегда, когда пою, он все время ко мне подходит и говорит, ну ты
непобедимы. Как ты можешь так... Как ты можешь в такую рань так петь такие ноты? Вот он все время удивляется искренне. А это еще учитывая тот факт, я где-то слышала, ты рассказывал, что у вас много общего, потому что вы раки оба с Григорием, что вы не водите машины и вы не распиваетесь перед концертами. Нет, ты не собираешься этого делать принципиально, да? А как же нагрузка на связки и так далее? Многие сейчас педагоги по вокалу, я постоянно расхватились за сердце и сказали: не слушайте, ученики! Вот, наверное, какая-то привычка. Может, она и, конечно, неправильная, потому что там, например, Лариса Долина все время мне говорит, надо распеваться. Она все время меня распевает, там что-то. Я сейчас учусь как бы тоже у нее. А, да ты что? Да, в институте культуры. Ну, ты учишься прям как студент или просто посещаешь ее занятия? Я учусь на заочном и поэтому посещаю крайне редко, да. Исключительно уроки только, да. Исключительно только там сессии, сдаю вокальные. Вот. А так, конечно, очень сложно совмещать, но как-то это все равно делаю, да. А вот. И она говорит, что надо там распеваться, она меня там распевает, все время зовет меня, приходи, я тебе распою. Но, конечно, на концертах я этого крайне редко делаю. Ну, тем более, что уже когда за плечами, конечно, столько лет опыта, переломать, наверное, перевоспитать, да, практически нереально. А, Саш, у тебя в клипе «Чувствовать себя» снялась дочка Григория, да. Инга. Потрясающая работа, вообще весь клип, конечно, сумасшедший. Благодарю. И если вдруг кто-то еще не знает, ребят, я должна сказать, мало того, что, ну, понятно, Саша, исполнена эта песня гениально, придуман весь сюжет, вся задумка абсолютно на Саше, так еще и монтаж. И монтаж тоже мой, да. А как же получилось так, что даже некому смонтировать был клип? Или так как ты смонтируешь, никто бы не справился? Да, мне прислали монтаж, мне не понравился монтаж, и я подумал, что, блин, то лучше тебя не сделает сам. Более я уже знаю, как это делать, я уже не первый клип свой делаю, и поэтому быстро... Все это смонтировал. Кстати говоря, вопрос приходит, их, конечно, невероятное количество. Ребята, ради бога, не обижайтесь. Я что успею, конечно, адресую их Саше. Но один из вопросов, вот Вероника спрашивает: а понравился ли тебе опыт съемок клипа совместно с поклонниками? Какие впечатления? Есть ли в планах идея повторить данный опыт? Речь идет о клипе «Чувствовать себя», в котором снялись все поклонники. Я хочу сказать, что у меня самые лучшие поклонники. Конечно, каждый артист, наверное, об этом говорит. Но правда, люди думающие, люди чувствующие. Ну, в данном случае же еще и танцующие оказались. Танцуют, ну, вообще... Или это не профессиональное? Это не профессиональное, нет, конечно. Кто не профессиональное, они всегда меня поддерживают, они по любому зову. Правда, я... Вот, видимо, стоило ждать долго, чтобы вот они появились в моей жизни, и я знаю, что... Наверняка знаю, что они уже никуда от меня не уйдут. Это любовь, и очень взаимная, и моя, и их ко мне... Поэтому я очень благодарен каждому, кто со мной, кто будет со мной, кто уже со мной. Вот, и большое спасибо. Ну, это главный вопрос-то Вероника задает. Планируешь ли ты повторить подобный опыт? Возможно, да, возможно, конечно. Я всегда рад привлекать неравнодушных. Так что пока готовьтесь, ребята, танцуйте. Да, если что, я сообщу. Актерское мастерство свое развивайте, работайте, да, и Саша непременно, конечно, вам сообщит. А что касается твоей новой работы «Зачем тебе я?», ну, относительно, тем не менее, новой, да, здесь тоже ты полностью продумывал сценарий? Нет, здесь уже мы совместно... Монтаж тоже мой, но совместно тоже вот с режиссером, с Юлией Мельниковой, которая же тоже и... снимала «Зачем тебе я» по моему сценарию, скажем так. Вот, мы тоже с ней это обсуждали, мы решили, что это будет Санкт-Петербург. Она предложила мне концепцию такую вот черно-белую, нуар с красивой девушкой. Нашла эту девушку, Саша Паника, модель. И вот мы отправились буквально через 3 дня после съемок «Чувствовать тебя». Мы уже сразу, да, сразу отправились в Санкт-Петербург, потому что на горизонте уже был юбилей Григория Лепса. Я хотел эту песню, так как это его песня, да, изначально, да. Я хотел посвятить клип его юбилею. И вот не могу сказать, что мы прям делали ставку какую-то, но это было просто, она очень, эта песня полюбилась зрителям голоса, я пел ее на голосе, и решили ее вот все-таки снять. Ну, из двух твоих таких вот детищ клипов, я имею в виду такую полноценную уже историю, любимчик кто, «Чувствовать тебя» клип или «Зачем тебе я»? Ну, конечно, больше «Зачем тебе», «Чувствовать тебя», потому что это как бы первая песня после долгого такого перерыва. И она, наверное, тоже связана с
огромным количеством сомнения, да, какого-то, вот именно конечно, эта песня. Да, 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 мы очень долго думали, какая это должна быть песня. Я знаю, что вообще ко мне сейчас очень пристальное внимание. Все думали, ну что ж он там сделает с Лепсом там, ну что ж там они там сейчас придумают. Конечно, мы очень тоже переживали, как люди воспримут это. И до сих пор мы чувствуем на себе этот глаз народа. А он будет теперь всегда, он будет конечно. Теперь всегда, потому что все думают, ну что там Лепс придумает там сейчас. Потому что, конечно, не каждый, скажем так, человек из шоу-бизнеса далеко может там посчитать Гришу продюсером каким-то таким. Я сам не считаю Гришу продюсером, он все-таки исполнитель прежде всего. Но у него есть такой колоссальный опыт и такие ресурсы. Но самая лучшая студия. Его очень, он мощный человек. И потом это в хорошем смысле слова чуйка вот эта есть. И чуйка, него, безусловно, да, есть. Поэтому, конечно, я думаю, что мы не имеем права на ошибку сейчас. Это точно. Но вы не имеете права на ошибку. Уже два очень классных таких заряда, таких два выстрела очень мощных, красивых. Ну а дальше что, Саша? Я знаю, что у тебя уже готовы там как минимум две песни. И вот сейчас прям решается судьба, с какой первую выдавать. На самом деле, песен много уже записано. Да, но да. Вот в такие флагманы, как мы их называем, их вот, на мой взгляд, пока что две. И думаем по поводу одной из них. Про любовь? Ну, конечно, про любовь, безусловно, да. Песни классные, правда. Там тоже такие драмы, лирика или там, возможно, что-то... Энергичный там, танец какой-то. Ну, это лирика и это драма, безусловно, но она тоже, опять-таки, не свойственна мне, потому что я вообще, в принципе, такую музыку давно не исполнял. Но заинтриговал. Ну, в общем мне очень нравится. И это очень известный композитор, который там, наверное, написал очень много нашим артистам. Музыку, и я думаю, что понравится людям. Конечно. Друзья, вы слушайте внимательно и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ», потому что Саша пообещал нам премьеру, мы обязательно устроим. Ребята, во-первых, конечно, спасибо большое вообще «Страна ФМ», что поверьте, я сейчас, особенно на этом этапе, я ставлю галочки всем. Кто поддерживает, кто нет, кто за и кто против. Поэтому спасибо вам большое. Друзья, мы прервемся ненадолго, а я пока проконтролирую, поставит ли Александр галочку нам или нет в своем блокноте. Вернемся. Конечно, и еще любим и будем любить и дальше Александра Панайотова, который у нас сегодня в гостях, телерадиоканал «Страна ФМ». Друзья. Спасибо. Продолжаем общаться с Сашей. Лето уже пролетело, 4 сентября на календаре, и в отличие от многих-многих там артистов, я знаю, что у тебя-то оно было насыщенное, невероятное. Ну, расскажи, если удастся там как-то в коротенечко повествовать. Лето фестивальное. Очень много фестивалей, где пришлось побывать. Я очень рад, что приглашали. Это, конечно, Славянский базар, это, конечно, рандеву Лаймы Вайкули, это жара, которая сейчас с успехом идет на Первом канале. И вот сейчас следующее воскресенье будет вечер Аллы Пугачевой, которым... Ты там будешь? Я там пел, мне досталась песня «Любовь, похожая на сон». Боже. Она, конечно, произвела фурор, и я до сих пор благодарен Алле Борисовне, что она позволила мне спеть главную песню в ее творческом репертуаре. И был в жюри «Голосящего Кивина». Меня пригласили. Это тоже мечта детства. Я все время думал, как же круто иногда посидеть в жюри. Да, друзья, и все, Кивина. Между прочим, КВНчики, все участники, все шутили все исключительно про Сашу, да, забыв про любимых персонажей, любимых членов жюри других. Да. Ну, не обидели тебя ничем? Не было такого, что зацепили? Нет, я абсолютно адекватный человек, конечно, я понимаю все это. Конечно, там были, конечно, такие подколки. Попытки, да? Да, попытки, но, блин, это очень здорово. Если о тебе шутят в КВН, то это уже круто. Конечно, да. Значит, ты замечен, значит, ты... Саша, впереди тебя ждут концерты, участие тоже в каких-то сборных, и тур у тебя огромный начинается в ноябре, по-моему. Продолжается, потому что у меня было 12 городов уже весной мы проехали. Непобедимый, да, так мы назвали. И сейчас продолжение, сейчас будет Сибирь, Прибалтика, в общем, следите за афишами, потому что они постоянно пополняются на сайте, и я, по возможности, буду тоже, конечно, выставлять это все в Инстаграме своем. Поэтому подписывайтесь, буду очень рад вас видеть на концерте. Приходите, у меня правда крутые концерты. Ну и правда, надо понимать еще, друзья, что билеты разлетаются молниеносно. Поэтому если зайдете на сайт и увидите, что в вашем городе будет Саша, надо уже как-то позаботиться о билетике, да, потому что потом да. будет очень сложно. Ты никого с собой не возишь? Я имею в виду из артистов еще как-то нет, пока нет, у меня Григорий есть... Викторович тебе не бросит нет, прокатить пока нет. кого-то?
пока нет. У меня есть замечательные бэк-вокалистки, тоже девочки-певицы, которые очень хорошо поют. Я вот сейчас думаю, может быть, им дать тоже. Потому что я пою 2,5 часа. Может быть, надо мне как-то передохнуть и дать... Девчонкам тоже попеть. Ну, даже думаю пока об этом, не знаю, как это все обыграть. Саша, ну дай всем, пожалуйста, сначала насладиться тобой. О, я тоже, ну да, видимо, да. Успеем, да. Расскажи, куда ты дел челку свою? Надоело. Вот мне какое-то тоже все спрашивают. Все-таки, да, дискомфорт все время на глазах? Могу, но я просто 1-1.5 часа в день трачу на укладку вот этого всего дела. Столько лака, столько всякого, ну, какой-то всякой вот лишней истории. Мне так стало жалко времени и себя, и так уже... Так тоже очень хорошо. Ну да, и сказать. Как-то мне вот и так, я чувствую себя и моложе, и... И встал и пошел, как Челка говорится. Челка старец, да. Девочки, слышали? Быстро все отрезали. Челка мальчиков, наверное, старит. Ну, хотя, я вообще считаю, что артист должен меняться. И поэтому ничего такого нету, все равно отрастет там рано или поздно. Если захочу. А так мне пока очень комфортно. Да, по настроению, конечно. Да. Расскажи, пожалуйста, как, какой жизнью сейчас живет плащ Григория Лепса, который он тебе подарил, которым ты, кстати, ну, достаточно долгое время выступал периодически. Выступаю там, периодически. И до сих пор, конечно, да? Конечно, он мой любимый плащ. Плащ-хранитель. Я недавно выступал на концерте Дню российского флага на Первом канале. И опять его пошипел песню опять «Зачем тебе я?». Мне кажется, эти две вещи так срослись, этот плащ и эта песня. Я подумал, что, блин, надо как-то продолжать традицию. Григорий Лепс нет-нет, да и подарит мне какой-нибудь пиджачок, там, какие-нибудь туфельки. У вас и размер ноги одинаковый. Да, у нас размер ноги, но пиджаки немножко великоваты, мне приходится их ушивать. Вот, я все никак не доеду до портного, чтобы ушить пиджаки Григория Лепса, поэтому они пока лежат, ждут своего часа. Но я не могу сказать, что они в моем стиле тоже, но человек дарит, и я не могу отказать. Они же фартовые, что называется. Они фартовые, да, и они, мне кажется, раритет самого Григория Лепса. Да. А потом, когда будет аукцион, знаешь, что сначала Григорий Лепс, Александр Панайотов, ты можешь представить вообще цена, как может взлететь, на какой высоты, на какой уровень? Я вообще, знаете, думаю иногда о том, что вот, ну, пройдут годы, и это же история. Это сейчас нам кажется, что вот Григорий Лепс и там Александр Панайотов, там вот как вот, а пройдут годы, это же станет такой большой историей, когда, конечно, Григорий Лепс, конечно, будет уже такой легендой, знаете, как Утесов. Живая легенда. Да, и я такой, ну, об этом можно снять даже кино какое-то. Вот мне кажется, что, может быть, даже это когда-то будет. Обязательно. И мне кажется, что это так здорово, что вот это все происходит. И что ты к этому не то что причастен, а ты одну из главных ролей играешь. В этом самом замечательном фильме. Саш, я хочу, конечно, у тебя спросить, как ты поддерживаешь свою форму. Ой. Маленький секрет раскрою. Я видела тебя как-то в одном из спортивных клубов. Не отвлекала, не подходила тебе, мы не были с тобой тогда знакомы. Но, ребята, я видела, как работал Саша. Это действительно колоссальный труд. Это огромное количество часов. Да, ну, это же не тайна, наверное, не секрет. Тайна, да, нет, я думаю. Конечно. Это огромное количество часов на дорожке, это потом плавание, это сауна. Не то чтобы не думала, я не бегала, я не бегала за тобой, да, и посмотрела. А мы ходим в один клуб, что ли? Ну, выходит, что да. Просто я тебя с тех пор больше не видела там. Мы же с временем не пересекаемся, не знаю. Ну, то есть понятно, как скинуть 20 килограммов, да. Это еще можно себе представить, но гораздо же сложнее держать себя потом в этой форме. Если посчитаешь нужным, и все-таки раскроешь нам секрет, может, кому-то поможем, расскажешь. Но прежде мы с огромным удовольствием посмотрим и послушаем твой трек, твой клип, посмотрим «Зачем тебе я». Давайте. Друзья, Александр, ближе к телевизорам, громче приемники. Слышишь песни о любви, но не знаешь про мои. Вечная заложница мечты, в этом виновата только ты. Тихо скажешь, выбирай, снова сделать шаг за край. И не слышать то, что говорят, если сделать шаг назад. Зачем тебе я? Если мало места, если мы не вместе, зачем тебе я? Если мало места, если тесно, зачем тебе я? Все, что помню наизусть,
тебе я, если мало места, если мы не вместе, зачем тебе я? Как, зачем? Ну, вопрос совершенно неуместный. Нужен он нам всем, друзья, своими песнями, голосом, своими размышлениями, своими потрясающими работами, клипами. Александр Панайотов. Саша, спасибо тебе. Потрясающая очередная новая работа. Спасибо, что показали, да. Скажи, сколько подушек было использовано в этом клипе? Откуда столько перьев? Ровно три подушки, да. Три всего лишь? Да, да, да что ты? Да. Ну, это нормально еще, в общем. Да, ой, да это было, конечно, просто... Вот в съемке этого клипа я запомню навсегда. Если чувствовать, в этом было все организовано, то здесь была паника. Вот как наша главная героиня Саша Паника, то весь клип это была паника. Никуда не успевали, с одной локации на другую. А, китайцы, толпы китайцев по Санкт-Петербургу, которые шныряют. Мешали, да, потому что они все накинулись на Сашу. Она очень видная модель, там была в этом плаще. Очень яркая, да. Да, очень яркая. Ну, это, в общем, конечно, было очень так... Ну, вы нервительно, справились, да. Очень круто. Ну, а с подушками идея твоя тоже была, да, абсолютно? А это что нет, нет, это была вот Юля нашего режиссера, так вот она говорит, надо подушки, надо какую-то создать такую атмосферу, перья, потому что она у нас какая-то женщина, барона, главная героиня такая. Да-да-да. В общем, как вот такие, в общем, символизмы сплошные. Ну, а теперь, Саш, обещал ты нам рассказать, как тебе удается держать форму. О, да уже не очень. Или просто много работы, очень. Гастроли, студийные записи, и в этом секрет. Сейчас-то, конечно, редко я появляюсь, как ты успела заметить, в фитнес-клубе, потому что сейчас просто нету времени. Каждый день да где-то что-то. То есть либо придется вставать в 6 утра и уже там идти туда, либо как-то никак. Только питание осталось мне, потому что... Стараюсь меньше есть сладкого, вареные курицу, брокколи. Я каждый эфир это говорю, везде это мой главный рецепт. Но правда, это надо очень помогает. Понимаешь, да. Конечно. Ну и конечно. Ты же для кого-то кто-то скажет, это не авторитет, а ты скажешь, а люди прислушаются. Это правда тоже помогает. Начнут. Я сам никогда не мог подумать, а если вот это сделать с системой питания, потому что это очень полезные продукты, белок и брокколи самый полезный, один из самых полезных овощей. Вот все это на пару или можно запекать. Ну и, конечно, физическая активность в любом случае нужна. Даже если я не хожу в фитнес, я иду гулять пешком. То есть свои законные 10 километров я прохожу по городу. Я очень люблю прогулки, поэтому... Саша, как-то ты в одном интервью говорил о том, что к тебе люди часто боятся, стесняются подойти. Не понимаю, почему. Да, и я также слышу твое обращение. Да подходите, даже если я в наушниках, сейчас действует еще это, или уже как-то уже не подходите. Все равно боятся, все равно боятся. И слава богу, на самом деле, потому что, ну, я тоже бы, конечно, уставал от такого пристального. Я вижу, конечно, как меня узнают люди на улицах. Конечно, не все подходят далеко. Центр в 70 точно не подходит. Я вижу их реакцию. И спасибо большое, потому что бывают, конечно, случаи разные. Ну, да, бывают понятно. Не очень адекватные люди. Я крайне не выношу фамильярности. И для меня это самое... Я могу общаться на «ты», я могу, но если это адекватный человек, который сам об этом спросит. Ну да, рамки, чтобы не переходил, конечно. Да, поэтому я вот, конечно... Но я уже понимаю, что это часть моей жизни, это часть моей профессии. Я никогда никому не отказываю. Вообще не фотографии. Фотографии, да. Друзья, потому у нас что... уже в коллективе там очередь выстроилась такая. Да, у меня страны, пожалуйста. Мы будем, да, Сашу, конечно, просить всех и каждого удовлетворить в этом смысле. Саша, огромное количество вопросов касаются твоего сольного концерта в Москве. У тебя успешно вот 8 марта прошел текущего года. Конечно, невероятное шоу, зрелище. О, да, очень и было, и московские твои поклонники ждут. Все, кто знает, да, ты едешь дальше в тур. А в Москве когда ждать твоего концерта? В Москве мы планируем абсолютно новое шоу. И я уже придумал концепцию такую необычную. Это будет уже непобедимый? Нет, это уже будет абсолютно новое. И это будет абсолютно что-то вообще новое. Новый формат вообще.
концерта как такового, который еще никто никогда не делал. И это пока зреет в моей голове. Я расскажу об этом и Григорию, о своих планах. Я думаю, что это будет очень необычный такой формат концерта. Такого еще не было? Такого не было, правда. Я, по крайней мере, такого ни у кого еще не видел. Сейчас все артисты засуетились, зачесались. То есть у нас сейчас все делают акцент на шоу, конечно, на вот этих вот визуальных. У меня тоже это, конечно, будет, но главная фишка будет совсем другое. И я думаю, дай бог, чтобы все-таки этот концерт состоялся, потому что пока что он есть в планах, и пока прошлое... Так же весной, да? Да, именно эта дата, она очень удачно легла, и мы решили, что а вдруг нам повезет, и мы также сумеем успешно собрать весь зал, потому что 6 тысяч — это очень такая весомая сумма для артиста. Не каждый, даже мастодонт может собрать сейчас такой зал. Мне это удалось, я безумно счастлив. Очень хотелось бы сохранить эту тенденцию, и, конечно, всех жду 8 марта в Крокусе. Будет очень необычно. Собираемся. Саш, вот твои поклонники просят очень тебя как-то тремя словами охарактеризовать их. Их огромное... Вот какие они? Вот буквально там, ну хотя бы, давай два, чтобы вот, недолго. Они небезразличные и тонкочувствующие, скажем так. Красиво, очень здорово сказано, это безусловно. Спрашивала у Саши вне эфира по поводу дуэтов, потому что все, конечно, помнят потрясающий дуэт с Ларисой Александровной Долиной. С Григорием Лесом вы выступаете. С кем-то еще из артистов подумываете? Или пока секрет, Секретович? Секретов. Собственно, список тот же. Да? Да. Мы решили и с Ларисой Долиной записать новый дуэт, потому что мы поем, у нас там есть три дуэта, два из которых мы уже давным-давно поем крепко и стабильно, и мы решили, почему бы нам не сделать еще один такой громогласный дуэт, чтобы, ну, потому что очень людям нравится наш тандем. А с Григорием мы тоже хотим сделать. У нас там, я пою уже с ним, я слушал «Дождь», но мы решили еще сделать что-то отдельное, такое собственное. И, возможно, даже и снимем тоже клип на эту песню. Мне кажется, нужно запечатлеть именно вот этот, конечно, момент. Обязательно. И есть уже одна песня, и, возможно, даже будет на итальянском языке. Пока что такая информация. Не знаю, хотим выйти на международный уровень. Песня реально очень крутая. Саш, как, что мама твоя тебе сейчас говорит? О, твои родители? Моя мама, матерь Божья, она говорит, матерь, она у меня с Украины там живет. Да. Конечно, она там причитает, и для нее это, конечно, все шок. Она очень счастлива, конечно. Что она тебе чаще всего говорит? Ну, какие-то слова, не знаю, напутствие, вот, благословение, что-то. Есть такое, что она тебе постоянно повторяет? Она так переживает за меня всегда. Я, конечно, стараюсь ее не расстраивать. Каждый день звонишь ей? Практически, да. Рассказываешься, да? Рассказываю. Все ей твои новые работы нравятся. Она в восторге. Да, это перманентное состояние. То есть для нее все, что бы со мной не происходило в творческом плане, для нее все счастье, конечно. Я, конечно, очень рад, что она очень радуется, что она это видит, что она это застала и вот это, и имеет вообще возможность видеть это, меня, наверное, по телевизору. Это самое большое счастье для родителей, да, да, видеть вот этот успех детей. Да. У тебя на душе на сегодняшний день? Я абсолютно счастлив. Мне иногда даже страшно становится, потому что я так боюсь спугнуть это ощущение. Я просыпаюсь счастливым, я засыпаю счастливым. Если ты за это благодарен, то ты не спугнешь этого никогда. Я ты очень благодарен искренне. Да. Я счастливый, как никто, как поэт Григорий Лепс. Вот это вот тоже про меня. Я правда не знаю, у меня все хорошо. Я здоров, у меня есть замечательный босс, у меня замечательная работа, у меня прекрасные друзья и самые лучшие поклонники. Конечно, я безумно рад. Я этот момент запомню надолго. Дай бог, чтобы он сохранился. И еще, Саш, у тебя есть телерадиоканал «Страна ФМ». Это вообще счастье, тебе, да. Спасибо. Пожалуйста, тем более такие твари. Замечательные люди, как ты, Саша. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо тебе огромное. Мы тебя очень любим. Мы тебе желаем успехов дальше еще больше и больше. Пусть они даже сами себя удивляют, что происходит в жизни. Даже, потому что, ну, я все ожидал, но вот что так все будет круто. И даже себе, пожалуй, представить не мог. Мы тоже рядом, и мы очень радуемся за тебя. И пусть у тебя все будет все очень хорошо. Григорию огромный привет. Обязательно. Всем миллионам поклонников Саши тоже пламенный привет. Родителям и... Ребята, привет. Простите, ну 500 тысяч вопросов. Если мы будем с Сашей, мы просто его не отпустим неделю, мы будем задавать только их. Александр Панайотов, Саша, наши сердечные, самые искренние тебе слова благодарности. Спасибо, ждем! Спасибо, спасибо, Страна ФМ, люблю вас. До новых встреч, спасибо всем.